Как я говорил, в уроке сейчас практикуется искусство тамесивари, разбивание твердых предметов незащищенными частями тела, что является одним из индикаторов развития силы и техники в боевом искусстве, позволяющим развивать мощь и скорость удара. А могу доплату буду убирать. Все эти навыки приобретены военнослужащими роты за год службы, за 12 месяцев. Среди них есть те, которые только несколько месяцев служат в вооруженных силах. Это все солдаты, проходящие военную службу по призыву. Так что есть к чему готовиться молодому пополнению. Эй, бедешили! Сейчас еще подожгут тогда, не? Thank you.
Шлаев, Шлаев, еще бей его. За тупок. Бля, Шлаев, идиот, бля. Шлаев затупил, да? Не сломал? Ну, он упал, да. Интишини, давай харак да факай, бля. Красавчик, за СПН. А, за спецназ уже переделали, прикинь. Спецназ. Встаньте, пожалуйста, исходное положение. Освободите плот. Для движения техники. Барковский, меня смотри. Давайте поблагодарим воинов спецназа 33-й бригады. Это наша мужская работа. Это кто?